башни, отдай на клюшку посильней удар, и все в порядке. Еще раз осмотрим эти значки с этой последней общей страницы, не посвященной ни Олимпийским играм в Москве, ни Киевскому Динамо, как были уже показаны мной, не предыдущей, а подобное, можно сказать, в серию тех трех страниц, значков, представляющих различные соревнования спортивные в СССР, с большим преобладанием соревнований на территории Украинской ССР и даже во Львове, во Львовской области. Но об этом мы расскажем как-нибудь при случае более подробно. Вот, например, ладно, уже упомянем, вот спартакиада школярив СССР у Львове, 14-я спартакиада школярив СССР во Львове. Это ж надо, какие соревнования были в то время. Даже школьники имели свою спартакиаду. А сейчас, интересно, имеют дети какой-нибудь стране, любой стране, имеют ли дети подобные соревнования? Даже не знаю, по крайней мере, не слышал. Ну, а юниорах постоянно говорят, вот там в хоккей играют и так далее, футбол, там с 17 лет, а до школьники проводят на какие-нибудь соревнования в каких-нибудь странах. Если кто знает, напишите. Вот соревнования среди, как говорится, первенства СССР среди юниоров в Ленинграде в 1976 году. Днем и ночью от Карпаты до Курил дуют ветры, зазывая и маня. Спорт Лото, как всегда, преуспевало, это было особо это. И тут мы видим гимнастку. Но это не Кабаева, хотя тоже, как видно, красивый прообраз. Это не Кабаева, не великолепная наша. Господи, да я же вам говорила, товарищ лейтенант. Муж мой, Иван Васильевич Бунша. Теперь тебя вылечат, алкоголик. Чудненько. Ну, а это кто такой? Представительница художественной гимнастики, которую почему-то постоянно связывают с Владимиром Владимировичем Путиным. Ну, не будем. Вот так. Ну, а это кто такой? Муж мой. Иван Васильевич Бунша. И тебя вылечит. Об этом. Это не наша область интересов. И тебя тоже вылечат. И меня вылечат. Или вот это вот. Фила. Чемпионат в Ленинграде 1976 года по борьбе. Ленинград. Чемпионат Европы. На минуточку. Значит, тут изображены, правда, три картинки. Ну, как мы знаем, в борьбе несколько есть видов и так далее, и так далее. Или вот эти значки. Спортлото УССР 75. Понимаешь, это странно, очень странно. Чемпионат Европы по конной
езде. Вот классный значочек. Скорее всего, это какой-то лыжный вид спорта. Ну, ходьба там и так далее. Я уже тут отмечал, вот значок по аэромоделированию. Тоже был вид спорта, которым очень увлекались некоторые из детей. Лучшие представители нашего детского поколения. Спорт лото, альпинизм, прочие шашки. Даже шашки. Это тоже интересно. Сейчас что-то ничего не слышно. Тогда мы как-то интересовались спортом. Постоянно были в курсе всяких там соревнований. А сейчас, если честно, даже чемпионаты мира не очень привлекают. Еще потому даже, что потому что все коммерциализировано. И в телевизорах нельзя смотреть ничего, не дополнительно не заплатив телевизионным магнатам. А платить из принципа я, например, не собираюсь. Так. Что мы тут видим? В первом ряду, во втором, в третьем соревнования в Инсбруке. В 1976 году. Зимнее, скорее всего, будет австрийский город. Вот интересный значок. Спорт лото. Да, когда-то я работал в 80-х. Второй половине, ну, ближе к середине 80-х годов во Львове оформителем киосков «Спорт Лото». Популярное было, однако, мероприятие, но почему-то оно никогда как вид развлекухи не очень меня привлекало, и никогда я не участвовал в этих розыгрышах «Спорт Лото». Звенит в ушах лихая музыка атаки, точнее отдай на клюшку посильней ударь, и все в порядке, если только на площадке великолепная пятерка и вратарь. Суровый. Днем и ночью от Карпаты до Курил дуют ветры, зазывая и маня. Кеды я себе отличные купил. Ты пойми, не удерживай меня, по всей земле пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что то.